Здравствуйте, в эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». В студии Ольга Пырочкина и сегодня в нашей программе. Учеба в удовольствие. Я живу Молгородом. Начало лета – это обязательно Молгород. В Заволжье начал свою работу 6-й межрегиональный образовательный форум «Молгород». Быстрее, выше, сильнее. Все спортсмены во всем мире ориентируются на результаты, которые достигают российские спортсмены. В солнечных Чебоксарах начинается первенство России по спортивной ходьбе. Косить, пахать и перетягивать. Так весело. Вчера тяжело, погодные условия, жарко очень. В Чувашии стартовали сельские спортивные игры. Сегодня Шумерлинский завод спецавтомобилей отмечает 85 лет со дня создания. Глава Чувашии поздравил коллектив с этим событием. У нас на прямой связи наш корреспондент Надежда Яковлева. Надежда, расскажите, что сейчас происходит в Шумерле? Здравствуйте, Ольга. Сейчас мы действительно находимся в Шумерле, на главной площади города. Здесь сегодня отмечают 85-летие завода специализированных автомобилей. Это градообразующее и социально значимое предприятие. Основным потребителем продукции являются силовые министерства. Это Министерство обороны, Министерство чрезвычайных ситуаций и Министерство внутренних дел. Предприятие прибыльное. Только за первые 4 месяца этого года отгружена продукция на 710 миллионов рублей. Здесь работает 1200 человек. И сейчас со сцены передовикам производства вручают награды. А до этого глава Чувашии Михаил Игнатьев побывал в детском саду «Рябинушка». Детский сад находится в здании бывшей начальной школы. После реконструкции в ноябре 2013 года здесь начали работать 6 групп с кратковременным пребыванием детей от 1,5 лет и старше. После получения лицензии на образовательную деятельность детский сад стали посещать 143 ребенка. В настоящее время выдано еще 38 путевок. Дети проходят медосмотр и в ближайшее время придут в садик. Михаил Игнатьев побывал в игровых, спальных комнатах, также осмотрел и технический блок. Он пообщался как с детьми, так и с их родителями. Сегодня в Шумерле всего действует 10 образовательных учреждений. Охват дошкольным образованием составляет 93%. В очереди стоят 74 ребенка. Все они младше 3 лет. Кроме этого, глава Чувашии ознакомился со строительством 60-квартирного жилого дома. Строительство началось в декабре прошлого года, а уже через месяц его обещают завершить. Ну а на главной площади города продолжается праздник. И я передаю слово нашей студии. Спасибо, Надежда. Напомню, сегодня в Шумерле большой праздник. Там отмечают юбилей градообразующего предприятия. С нами на связи была наш корреспондент Надежда Яковлева. О Шумерлинском заводе спецавтомобилей зашла сегодня речь на встрече главы с начальником главного автобронетанкового управления Министерства обороны Александром Шевченко и начальником главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации Николаем Паршиным. Представители военного ведомства прибыли в республику для участия в научно-практической конференции по выработке единой технической политики для перехода на контракты жизненного цикла вооружений и военной техники. И министр обороны ставит нам четкую задачу, что ремонтные органы должны быть оснащены самым современным оснащением, самым современным вооружением. При активнейшем участии руководства завода, руководства компании, они нам сейчас помогают оснащать классы по подготовке младших специалистов в учебном центре в Острогорске, где именно готовятся специалисты, которые будут применять технику, которая производится в Шумерлинском заводе. Александр Шевченко также сообщил, что сейчас заключен 3-летний контракт с Шумерлинским заводом на поставку мастерских в боевые подразделения. Глава Чувашии рассказал, что 6 предприятий Чувашии активно сотрудничают с Минобороны. Сейчас реализуются инвестиционные проекты на сумму более 10 миллиардов рублей. Гарантированное финансирование заказа. Значит, и мы надеемся, что наши дальнейшие взаимовыгодные сотрудничества будут продолжаться. Михаил Игнатьев также проинформировал гостей, что по итогам смотра конкурса Минобороны России в 2013 году Чувашия была признана лучшим регионом страны по организации и осуществлению воинского учета. Лето у молодежи чаще всего ассоциируется с каникулами, солнцем, пляжем, свежим воздухом. Но некоторые даже каникулы привыкли начинать с лекций и мастер-классов. Причем умудряются все это успешно сочетать. Уже 6-й год такой формат практикуют на молодежном образовательном форуме «Молгород».
Форум на берегу Волги вновь собрал около 1000 участников, гостей и экспертов. Здесь по кирпичикам складывается настоящий муниципалитет. Есть жители, есть быт и светские мероприятия, есть возможность заниматься спортом. Но главное, есть чему и у кого поучиться. И что не менее важно, создает его та же молодежь. Ксения Николаева не пропустила ни одного молгорода. Была и участником, и гостем, а последние 2 года координирует культурную программу. 5 дней каждый вечер она с командой отвечает за хорошее настроение жильцов молодежного города. А это дело непростое. Но это доставляет мне очень неописуемые эмоции, удовольствие от того, что я делаю. Потому что я это делаю для общества, для таких же, как и я, активистов, общественников. Я живу Молгородом. Начало лета – это обязательно Молгород. Знания, полученные на Молгороде, найдут практическое применение. В этом году на форуме участники получат уникальную возможность разработать свои предложения концепции развития города Чебоксары и празднования 550-летия столицы. Да и уже который год форум становится стартовой площадкой для новых проектов. Они уже готовы к определенным решениям для своей будущей жизни. Это очень важно. То есть вот я сейчас пообщался там, кто-то уже на конкурсе собирается победить, а за этим наблюдают работодатели, и у этих людей, у молодых, и юношей, и девушек, кто участвует, они уже на примете у предпринимателей, у наших работодателей, у органов власти, как у работодателей, и у них уже карьера в будущее открывается. Территория базы отдыха «Буревестник» в дни проведения форума преобразилась. На каждом шагу встречаются новые арт-объекты. Даже делегации украсили свои лагеря по-особенному. А все потому, что впервые был объявлен конкурс на лучшее оформление места проживания делегации. Призовой фонд – 30 тысяч рублей. Вот тут 2 картинга выставлено. Вот они говорят о том, что вот наши студенты занимаются машинами. У нас, собственно, автоклуб, они делают вот машины и идут, выступают на гонках. Ну, баннеры, безопасность дорожного движения, автопробег выделяют те мероприятия, которыми мы занимаемся, проектами. Вот. Знаки дорожного движения вывесили. Но это все вот такие мелочи, которые подчеркивают вот наш вуз. К своему 6-летию Молгород расцвел в буквальном смысле. Можно сказать, стал прототипом того, как расцветут Чебоксары к своему 550-летию. Анастасия Алексеева, Антон Вовк, Республика. 5 июня – Всемирный день окружающей среды в России. Он отмечается еще и как День эколога. Таким образом, более чем в 100 странах мира привлекают внимание общества к проблемам окружающей среды. К тому, чтобы человек изменил свое отношение к природным ресурсам. Газификация 4 строящихся микрорайонов в буквальном смысле проходит в обстановке, скрытой от глаз горожан. Трубы прокладывают методом горизонтально направленного бурения, когда подземные коммуникации прокладываются без рытья траншей с использованием специальных буровых установок. В ближайшее время в Чебоксарах появятся новые жилые микрорайоны. Необходимость масштабной газификации возникла в связи с недостаточной пропускной способностью существующих газораспределительных сетей, что серьезно сдерживает дальнейшее жилищное и инфраструктурное строительство в центральной части города. Причем газопровод строится нетрадиционным способом, когда разрывается траншея и портится внешний вид. Подрядчик использует другой метод. Это один из оптимальных способов прокладки в исторической части города с целью не нарушения поверхностного слоя земли, с целью сохранения асфальтированных площадок, ну и ускорения сроков строительства, так скажем. Общая протяженность газопровода 3,6 километра. На сегодняшний день выполнены работы на 2,1 километре. Выполнено из 29 проколов, около 12 проколов уже выполнено. Впереди есть еще объемы работ, но основная часть прокладки газопровода под заливом и под Красной площадью, где у нас собираются горожане, где проходят наши праздники, эта часть работы уже выполнена. Прокладывая трубы на Красной площади и в исторической части города, строители наткнулись на отдельные фундаменты. Это несколько увеличило сроки работ. Но даже в таких условиях время прокладки труб сократилось в 2 раза. Уже в июле газовики предполагают завершить прокладку труб.
Сегодня в Доме правительства глава республики встречался с известным специалистом в области кардиохирургии. Профессором Винсентом Дором разговор шел о перспективах развития этой отрасли медицины. Господин Дор руководит кардиотракальным центром в Монако. Он разработал уникальную методику, получившую впоследствии фамилию автора. В Чебоксарах работает его ученик, заместитель главного врача республиканского кардиодиспансера Вадим Бабокин. В беседе с гостем Михаил Игнатьев отметил, что кардиохирургия в Чувашии развивается успешно. Создана хорошая материально-техническая база. Есть специалисты. Медицина на месте не стоит. У нас прекрасный комплекс, который построен для того, чтобы своевременно оказывать качественные медицинские услуги. У кого там давление, гипертонические заболевания, у кого со сердцем проблемы. Вы знаете, просто хочу подчеркнуть, сегодня почти все операции на сердце проводят наши доктора. Сейчас мы планируем открыть сначала палаты для детей и уже будем планировать отделение детской кардиохирургии. Будем оперировать не только эндоваскулярно, но и операции на открытом сердце. Потому что при развитии эндоваскулярного хирургического лечения, если делать более сложные пороки, то обязательно должна быть кардиохирургия на открытом сердце. У профессора большой практический опыт, собственный взгляд на развитие отрасли. Я говорю о том, чтобы в одном центре в тесном сотрудничестве работали и кардиологи, и специалисты по ангиографии, и хирурги, и анестезиологи, медсестры. Они должны работать в тесном сотрудничестве, как единая команда, с одним и тем же оборудованием, чтобы им было доступно все в одном небольшом центре. И для детей, и для взрослых. Чувашия очень заинтересована в привлечении специалистов из других регионов страны. Но людям нужны квартиры, сказала главный врач кардиодиспансера Татьяна Мизурова. Опыт решения жилищного вопроса у нас есть, подчеркнул глава республики. Работает отдельная программа обеспечения жильем. Напомним, в Чувашии начинает свою работу региональная конференция «Стратегии и тактика лечения осложненных форм ишемической болезни сердца». На территории Новочебоксарска, Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов прошла завершающая фаза крупномасштабного антитеррористического учения. Согласно замыслу, личному составу ФСБ республики необходимо было ликвидировать группу диверсантов, заминировавших несколько опасных производственных объектов и совершивших ряд дерзких налетов. Руководил операцией начальнику ФСБ России по Чувашии Сергей Сафронов. Оперативный штаб по управлению контртеррористической операцией предпринял меры по обеспечению безопасности населения, спланировал и осуществил комплекс войсковых, оперативно-боевых и специальных мероприятий по пресечению диверсионно-террористических актов и обезвреживанию вооруженных преступников. Мобильность и боевую эффективность подразделений специального назначения обеспечивала авиация ФСБ России. Личному составу силовой группировки штаба пришлось действовать в сложной, быстро меняющейся обстановке, в условиях длительного физического и психологического напряжения. В результате под давлением силовиков диверсанты были вынуждены отойти по руслу реки Цивиль в Марпасадские леса. В МВД по Чувашии сообщили, что с поставленными задачами личный состав справился. Руководство учения дало положительную оценку действиям его участников. К другим новостям. В Национальной библиотеке прошел вечер памяти Василия Дмитриева, педагога, писателя, ветерана. Василий Дмитриев – заслуженный юрист Чувашии, член Международного сообщества писательских союзов, участник Великой Отечественной войны, полковник. В 69-м году был одним из инициаторов создания Чебоксарской школы милиции. Василий Дмитриевич раскрыл в себе и талант писателя. Он автор книг «Наедине с собой», «Судьбы людские», «Героический путь генерала Георгия Вехина» и других. На вечере памяти были показаны видеофильмы о юбиляре. Завтра в Чебоксарах стартуют чемпионаты первенства России по спортивной ходьбе. Планируется участие более 170 спортсменов из 13 регионов страны. Сегодня в столицу Чувашии приехали практически все участники. Все идет по плану, отмечают организаторы. Но погода все же внесла свои коррективы. Накануне стартов организаторы чемпионата провели пресс-конференцию.
Из-за жары оргкомитету соревнований пришлось немного изменить время начала чемпионата по спортивной ходьбе. Так, 6 июня на заливе женщины стартуют в 8 утра вместо 9. Им предстоит пройти 20-километровую дистанцию. А 7 июня на том же месте мужчины начнут прохождение 50-километровой дистанции в 7 утра вместо 8. На соревнованиях будет разыграно 10 комплектов медалей в 4 возрастных категориях. Среди юношей и девушек, среди юниоров до 20 и 23 лет, среди мужчин и женщин. Конечно же, национальные чемпионаты по отдельным видам спорта – это очень важное событие в мире спорта. Но этот чемпионат, он также важен на международном уровне, потому что все спортсмены во всем мире ориентируются на результаты, которые достигают российские спортсмены. Победители первенства России по спортивной ходьбе смогут стать участниками чемпионата Европы и первенства мира среди юниоров. Сборная команда Чувашии будет представлена 42 спортсменами. Среди них Вера Соколова, Светлана Васильева, Петр Трофимов, Александр Ергунькин, Клавдия Афанасьева и другие. Болельщикам и просто любителям спорта скучать не придется. Завтра на церемонии открытия всех ждет сюрприз. Будет уникальная возможность в рамках чемпионата России вживую увидеть легендарный флаг ИАФ, который будет презентован там уже для населения, да, и да, сфотографироваться с ним, потрогать, то есть каждый горожанин фактически сможет это сделать. Легендарный флаг ИАФ затем отправится в администрацию города Чебоксар. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Республика. Обсудили высокие гости, стартующий чемпионат и с главой Чувашии. Михаил Игнатьев поблагодарил руководство Международной ассоциации Всероссийской Федерации за поддержку большой системной работы по популяризации и развитию легкой атлетики, модернизации спортивной инфраструктуры, которая проводится в Чувашии. Глава республики подчеркнул, что будет сделано все необходимое, чтобы в Чебоксарах соревнования мирового ранга прошли на высоком уровне. А таких в 2014 году в республике запланировано 18. Маурицио де Милано констатировал, что в Чувашии ведется активная работа по подготовке к проведению Кубка мира, а спортивная ходьба пользуется популярностью у жителей республики. Проведение международных состязаний – это хорошая возможность соединить спорт и жизнь города, привлечь жителей к соревнованию высшего класса, отметил гость. Косить, пахать, перетягивать и не только. Все это должны уметь настоящие чемпионы республиканских летних сельских спортивных игр, которые стартовали сегодня в поселке Кугеси. Лично командой состязания тружников села в этом году проводится уже в 17-й раз и стали неотъемлемой частью физкультурно-летнего сезона. Подробности у Юлии Важениной. На стадионе поселка Кугеси прошло торжественное открытие соревнований. Команды 21 района Чувашии приехали помериться силами в летних сельских играх. В течение 2 дней сельские спортсмены разыграют медали в 13 видах спорта. Участники проявят себя в армспорте, волейболе, гиревом и городошном спорте, легкой атлетике, настольном теннисе, а также в перетягивании каната. Ну, сегодня у нас здесь проходит соревнования механизаторов в рамках республиканских сельских спортивных игр. Практически это ежегодно мы проводим, но зимние зимой, через 2 года чередуются летние. Помимо традиционных видов спорта, в программе состязаний есть соревнования спортивных семей, дойеров, а также механизаторов, водителей самого знаменитого сельского транспорта – трактора. Так, чтобы победить, нужен опыт. Работа на тракторе, конечно, и спортивные данные тоже нужны. Вот по молодости занимались спортом в школьные годы, в техникумах, например. Вот азарт остался. Надеюсь, он сегодня поможет. Еще одним необычным видом испытаний на спортивных играх стало соревнование косарей. И если раньше время сенокоса у крестьян считалось праздничным событием, то сейчас косьба стала равноправным видом соревнований сельских игр, да еще и на время. Так, весело. Правда, тяжело, погодные условия, жарко очень. Участвую в этом году первый раз, был бы не против еще раз участвовать. Приятным сюрпризом для всех любителей народных подвижных игр стали соревнования по мини-лапте. Сейчас здесь происходит игра, называется «Русская лапта», но разновидность лапты – это мини-лапта. Но в основном здесь команды сильные собрались, это команда Чебоксарского района и Батырского района. Команда победителей соревнований представит нашу республику в юбилейных всероссийских летних сельских спортивных играх. Они пройдут с 8 по 13 июля в Нововоронеже. Юлия Важенина, Антон Вовк, Республика.
Современный торговый комплекс «Николаевский» находится в центре микрорайона. Но в последние годы покупателям и продавцам не давала покоя единственная проблема – транспортная. Совсем недавно ее благополучно решили. По улице Николаева стали курсировать 65-е и 66-е маршрутки. Репортаж об этом смотрите далее, а я с вами прощаюсь. До свидания. Двери современного торгового комплекса «Николаевский» открыты и для покупателей, и для арендаторов. Богатый ассортимент продукции всегда радует постоянных клиентов. Свежие, качественные товары, а главное – демократичная цена. Главные критерии их выбора. Хотим предложить в аренду площади на первом этаже, на втором этаже. Это бакалеи, это продукты питания, это такие же товары повседневной необходимости, промышленные товары. В ближайшее время еще запускаются новые павильоны – от 12 до 48 квадратных метров. Здесь торгуют и на свежем воздухе. Представлены бахчевые культуры, сочные фрукты. Их доставляют сюда из различных уголков мира. Торгуем уже не один год, давно. Торгуем в основном овощными, бахчевыми продукциями. Вот. В основном привозим с югов, с Республики Дагестан в основном. Запустили маршрутки, я думаю, будут еще больше покупателей, будут еще, как сказать, его розницу брать. Вот. А пенсионерам, пожилым, у нас еще больше немного скидки будут. На этом рынке все хорошо. Условия есть. Единственное, что по дороге здесь чуть немножко тяжеловато. Доступа, чтобы люди доезжать, заезжать, выезжать, пока тяжело. Из-за ремонта дороги. Остальное все хорошо. Для удобства покупателей запущены новые рейсы маршруток 65 и 66. Пока, как говорится, начали мы только вот третий день работаем по этому маршруту. Люди еще не знакомы, на остановках смотрят, изучают, мы им подсказываем. Конечный у нас рынок, ярмарка Николаевский. Два маршрута едут навстречу друг другу. И ассортимент большой, и цены низкие, и функционирует государственная лаборатория контроля качества продуктов. И маршрутки ходят. В общем, созданы все условия, чтобы посещать торговый комплекс «Николаевский». Марина Рябцева, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика.